Нижегородские законодатели предлагают установить административную ответственность за нарушение запрета оборота бестабачной никотинсодержащей продукции. За ее продажу для граждан предлагают ввести штраф до 5000 рублей. Для должностных и юридических лиц штраф будет составлять 30 и 50 тысяч. За повторное нарушение предусмотрены штрафные санкции в двойном объеме. Соответствующее решение вынесли депутаты на заседании Комитета по экономике. Законопроект об административных правонарушениях был подготовлен по поручению губернатора Нижегородской области Глеба Никитина. Олег Лавров, время новостей.